Всем привет, мои хорошие! Наконец-то наступил тот день, когда я буду украшать комнату. У меня уже такое приподнятое настроение. Я с утра встала, привела себя в порядок, одела яркий халат. Ну, вот это все такое для настроения, для, скажем, вдохновения. Вот, ну и, в общем-то, я тут смотрю по сторонам и не знаю, с чего же мне начать. То ли с елочки начать, то ли с окна начать. В общем, даже не знаю. Ну, елочку я для начала поставила сюда в уголок. Вообще, я хочу, чтобы она у меня была на фоне, когда я буду снимать видео, чтобы вот елочка тут горела, сверкала. И вот, мне кажется, вот это место, это то, что мне подходит. И при том, я уже вечером вчера ее включила. И вот как раз она моргает. Здесь такие вот даже на стене отблики разноцветные идут. Как, знаете, как световой шар такой, когда крутится на дискотеке. В общем, красиво. И она так освещает. Ну, еще какие-то гирлянды куда-то повешу. Вот. Ну, пока что единственное, что я сделала, я просто белой тканью здесь вот прикрыла вот эти ножки, потому что ножки темного цвета. И вот эту белую ткань я закрою тоже чем-нибудь таким, ну, чтобы это было как вроде снег. Может быть, это будет дождик, может быть, это будет вот эта мишура. Но вообще мишуру я эту, может быть, другое место куда-то повешу. Кстати говоря, я вам показывала дождик, который я покупала в фикс-прайсе. Вот такой вот дождик, но он там сложен в несколько раз. И вот я один дождик уже раскрыла. И он вот такой вот длины. Тут сантиметров 80 где-то его. Ну, то есть это можно куда-то там подвесить. Но под елочку вот этот цвет не подойдет. Поэтому я его куда-нибудь в другое место отправлю. А под елочку что-нибудь другое. Ну и потом еще на елочку хочу повесить я игрушки. Но все-таки я, наверное, сейчас начну с чистого листа, с окна. Потому что у меня есть разные наклеечки, там три упаковки у меня таких вот наклеечек, там елочка и снежинки, там еще что-то. В общем, начну, наверное, все-таки я с окна. Ну, буду вам показывать, по ходу уже рассказывать, что куда я решила повесить и как это будет смотреться. Оставайтесь со мной. Ну, окошко я уже привела в порядок, стекла у меня чистые, чтобы наклейки хорошо держались, надо, чтобы стекла были чистые. И вот такие три упаковочки. Здесь у меня снеговик. Я специально выбирала такие со снежинками. Тут идут игрушки. Идет елочка. Она тоже наклейка. Вот две наклейки здесь. Ну и тут уже сани, снежинки. И в общем-то все это я хочу повесить на стекла. Вот я распаковала эту упаковку. И елочка отдельно. Но я хочу, чтобы елочка стояла как бы на снегу. То есть внизу я хочу, чтобы была белая полоска. Я попробую ее вот так вот, вот сделать. Теперь надо елочку снять нам отсюда. Так, а здесь вот надо как-то поаккуратнее. Здесь я хочу просто удалить бумагу. Thank you.
Ну вот что-то примерно так. И сейчас белые полосочки я еще сюда продолжу. Эти белые полосочки можно будет также вырезать отсюда. Ну вот, вы видите, вот тут вот вроде снега, как бы белую полоску я прилепила. И все, елочка, снеговик, фонарик у меня уже есть. Так, у меня из трех наборов есть вот тут игрушки, звездочка, мы сейчас ее прям на елочку. Раз, наклеим. Вот. Тут даже есть подарки. Ну вот уже здорово получается. А вот тут есть олени. Ну, олени я повешу где-нибудь повыше на стекло. Звездочки. Ну, в общем, наклею все остальное на стекло, вам покажу дальше. Ну вот, мои хорошие, украсила я окно. Налепила тут снежинки, с Новым годом написано. Вам, конечно, сейчас не очень хорошо все это видно, потому что на улице светлее, чем в комнате. И вы смотрите это на свет. Но тем не менее. Ну, а на соседнее, это среднее окно я украсила елкой, а на соседнее уже налепила оставшиеся снежинки. Что осталось там у меня из этих игрушек. Просто вот налепила, чтобы оно как-то было украшено. На улице ветер, пасмурно. Ну, у меня хорошее настроение, творческое. Творю. Девочки, я думала, куда мне придумать дождик. И вот я его решила повесить на верхнюю часть окна. А снежинки чуть-чуть спустила вниз. Видно? Вот. Я думаю, когда стемнеет, тогда будет видно лучше, чем сейчас. Я вам покажу. Девочки, я так увлеклась украшением дома, что забыла, что надо вообще снимать. Вот такая коробочка, которая фикс прайса была. Вот в ней как раз таки я сейчас открыла, лежали 5 игрушек. И на 1,5 метра вот такая мишура. Ну, а здесь, собственно говоря, все тут видно, все ясно. Ну, сейчас я уже приступила к украшению стены. На данном этапе, ну, вокруг елочки я вот положила все-таки, как ни крути, ни верти, хотелось мне, может быть, другое что-то положить, но я уже изначально взяла эту мишуру для елки, ну, как бы наподобие снега. И поэтому все-таки она сюда подошла лучше всего. Видите как, это еще не темно даже. Красиво как мерцает все, да? Вот. Ну, в общем, пока украшаю, продолжаю украшать. Кстати говоря, я же показывала вам уже вот такие вот прищепочки, вот видите, да, которые я брала в фикс прайс. И вот сейчас я вот думаю, как бы вот этот конечек, чтобы у меня не висел, как попало. Его хочу я зафиксировать, и зафиксирую я его прямо на занавеске. Вот так вот, вот этой вот штучкой. Вот, держится прекрасно. Ну, можно вот эти, кстати говоря, не знаю, это снежинки, не снежинки, цветочки или что это, их можно как раз-таки приспособить, чтобы что-то где-то зафиксировать. У меня еще есть вот такие вот синего цвета. Тоже надо раскрыть. Я тут. Вот такие вот. Не знаю, больше похоже на снежинки, да? Как снежинки. Я решила, что несколько игрушечек здесь не помешает. Но сильно много нагромождать не хочу. А вот несколько штучек
Грушечек надо повесить. Уже симпатично, правда? Еще одну вот сюда, наверное. Может быть, хватит. Но вот эти игрушки, они идут уже вот тут с ниточкой. Но вот эта веревочка, она, правда, коротенькая. Может быть, ее хватит повесить. Звездочка. Ну, ничего, так симпатично, да? А вот в этом наборе здесь нету веревочек, приходится ниточку надевать на каждую игрушку. Ну, в общем, как-то так. Так, поближе посмотреть вам на мою прекрасную елочку. Красиво уже получается, правда? Но это еще не все. Будем думать дальше, что сделать. Вместо вот этого календаря я сейчас хочу повесить сюда уже другой календарик, новый. Тем более календарь начинается с декабря. Ну, как раз подойдет мне сюда. О, отлично. Как раз вот у нас тут декабрь сейчас. В общем, как-то так. Кстати, девочки, вот этот вот календарь Faberlic, да, на 2020 год. Я только сейчас обратила внимание вот на вот эти циферки. И поняла теперь, что это. То есть недели тут вот указывается. А вот эта цифра, это каталожный период. То есть 18-й каталог будет с 9 декабря по 29 декабря. Но это удобно для тех, кто Faberlic заказывает часто. Ну вот, а второй календарик, который я брала в фикс-прайсе, вот как раз где компьютер, сюда на стеночку я его повесила. В общем, как оказалось, девоньки, я думала, быстренько украшу комнату и все. Но быстренько не получается. Я смотрю, уже темнеет на улице. А я начала это вот чуть ли не с утра делать. Ну, конечно, если бы кто-то помогал, но я так как одна живу, помогать некому. Если бы кто-то помогал, там ниточку вдевать в эту игрушку, подавать, может быть, что-то где-то, это было бы все сделано быстрее. Но ничего страшного, я потихоньку, я не тороплюсь. И то, что я не успею сделать сегодня, в принципе, доделаю завтра. Но основное, это сегодня уже все сделала. И сейчас еще повешу парочку игрушек. Я хочу, вот уже стемнело, хочу вам показать, как тут все это у меня сверкает. Ну, в общем-то, как смогла, так и сделала. Ну что, мои хорошие, наконец-то я закончила уже всю свою... Все свое украшение. Вот покажу вам, что у меня примерно получилось. Но лучше смотреть при выключенном свете. Конечно, больший акцент я хотела сделать на этот угол, в котором я снимаю для вас видео. И вот что у меня на окне. Получилась вот такая красота. Вот такое красивое окошко у меня получилось. Тут у меня включается. Вот, кстати, пригодилось то, что я покупала. Это где я покупала? Faberlic, по-моему, да? То, что на батарейках. Вот раз. На окошко я вот так вот сделала по периметру. Но сейчас выключу свет, и вы посмотрите. Ну и тут я сделала так, что у меня включается. Вот удлинитель я поставила. Раз нажала, и все сразу включились. Вся моя иллюминация. Ой, как красиво. Не могу. Надо выключить свет. Надо весь свет выключить. О! И окошко видно, что светится. И здесь светится. В общем, понадобилась даже мне старая моя гирлянда, которая у меня лежала давно уже. Но она, правда, с черным проводом, но я ее подвесила
поверху под потолок. Ну, тут вот белая стена, ее немножко украсила игрушками. А вот это вот место, здесь как раз вот я для вас снимаю видео. Смотрите. Тут у меня, кстати, стоит мышонок. Я вам покажу сейчас при свете. Календарик, мышонок. Или это год крысы. Вот это в фикс-прайсе брала. Вот это в фикс-прайсе брала. Красиво переливается. Вот. Ну и моя елка. Моя прям красотища. Вот она какая красивая. Ну, на окне поменьше света, там послабее все-таки лампочки. Ну и тем не менее, очень красиво украшено окно. Кстати, вот он мой мышонок. Тоже вот у меня как раз осталось немножечко вот этой мишуры. Шарик один. И я так украсила. Ну а тут вот над входом повесила вот такую как раз тоже штучку с Новым годом над дверью как раз. И пусть висит. В общем, красота, красота, красота. Новый год хоть сейчас приходи. Ну что, мои хорошие, наконец-то работа закончена. Я очень довольна проделанной работой. И теперь я буду сегодня уже лежать при выключенном свете и смотреть на эту иллюминацию, которая будет мне поднимать настроение. И вам я тоже желаю хорошего настроения. На этом я видео свое хочу закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч! Пока-пока!